Ну что, мальчики, девочки, всем привет! У нас сегодня салатик. Инжир. Девочки, купила вчера инжир. Также кофе. Кофе, девочки, кофе. Ну и небольшой кусочек хлебушка, но совсем небольшой. Всем приятного аппетита. Тут, короче, капуста. Ну, надо же капусту есть. Говорят, если ты будешь есть капусту, сиськи будут побольше расти. Так что давайте покушаем. Ой. Чё, Иренка проснулась, улыбнулась. Надо было лука еще сюда покрошить, да, немножко. Маленькую жменечку. Капуста была длинная, я ее порезала. Инжир. Так, говорится, едим и худеем. Вот так вот. Так что, девочки, не забывайте писать свои комментарии. Комментарии вы очень отличные пишете. Вчера одна пишет такая. Ой. Купила на себе две кофты, что ли. И рюкзак, и денег у нее нет. Нету. Сюда еще лучше покрошила. Потому что мама у меня такая вкусная тень. Короче, я заходила на рынок. Капусту там купила. На кубике. Короче, капуста 300 рублей килограмм. Типа она говорит маринованная. Не. Это не маринованная капуста. Да, кому не значит, что маринованная капуста. Она даже не пахнет маринадом. А вот инжир вкусный. Правда, он стоит 300 рублей за килограмм тоже. Ну ничего. Нормально. Как говорится, с пивком пойдет. Ну или без пивка. Да, морковка тут, знаете, так порезана по-корейски. Соломкой.
есть можно. Вот у нас капуста, да? У нас капуста вообще бомба продается, такая вкусная. Кофе со вкусом карамели. Да. Вот у нас, короче, в нашем городе есть как поселок, не поселок, не знаю. Новая утка, старая утка. Вот. Там раньше продавалось кофе. Ореховое, потом карамельное. Вот так лет 10 назад было. Там, знаете, вот в этой утке. Утка, новая утка. Ну, не знаю, почему такое название. Там такие горы. Надо будет как-нибудь Ирине Сергеевне съездить. Показать вам. Уральские горы. Капусточка. Знаете, есть такая типа легенда, не знаю. Типа ешь капусту, сиськи растут. Да нет, если тебе мать природа не дала этого, значит у тебя этого и не будет. Хоть ты зажились капустой. Угу. Вот так вот бывает, да. Вкусно. Ну как, ты знаете, какую классную купила? Пять косарей за две штуки. В Симферополе тут пока нету костюмов теплых.
Он говорит, через неделю. Ну. Неделя это уже не то. Я хочу сейчас. Ну, мне понравилась альпака. Альпака. 5 тысяч. Это говорит, по акции. Роспродажа. Угу. Он мне сказал, Виталик, вышли. Сразу 3 штуки. Разного цвета. Ну, что бы и нет. Взял и выслал. Говорит, Ирина Сергеевна. Ой. Я тебя так люблю. Вот так вот, девки. А вы завидуете молча. Да-да-да. Уже, короче, шоколад. Остатки сладкие, как говорится. Поедим и похудеем. Да? Смотри, какой классный инжир. Ну, только, знаете, там есть зелененький еще. Какая разница, какой инжир? Мне дело такое. Ну, короче, это. Короче, выглядит он вот так вот. Там такие мелкие косточки. Такой вкусненький. Кстати, он полезен девочке. Угу, у тебя все полезно, да. Ну, как вы хотели. Инжир и шоколад. А куда ты все время смотришь? Да на улицу я смотрю. Там веточки туда-сюда. Небо такое голубое, солнечное. Я куда-то смотрю, да.
Ну, короче, на Урале тоже посадили дерево инжирное, пускай растет. Угу. Хотя оно расти у нас не будет. Кто тоже придумал такое название? Инжир. Шоколадка наелась. Иди, мы худеем. Обалденно. Ну это можно знать, места нету. Надо еще две штучки пихнуть. Да, ну что, оставлять. А уж ты есть. Кстати, он такой сытный. Что, я поела салат? Шоколадки, хлеба. Ну, капуста, знаете, маринованная. Это не маринованная капуста. Вот у нас продается капуста. Это бомба! Он тут уже задержавшийся. Вот так вот, девочки. Так что все. Лина Сергеевна поехала. Поела. Поехала. Поела. Было вкусно. Великолепно. Как говорится, едим и худеем. А худеть-то надо, девочки. Скоро зима придет. А не надо худеть, не надо, девочки, худеть. Скоро зима придет, жирок-то хоть греть будет. Вы понимаете? А похудеешь, жирок уже греть не будет. Ну вот как-то так, да. И ничего иначе. Ой, я даже встать не могу, если честно. Армия России, понятно? Так что все. Мои телепузики, сахарные забадики. Всем пока-пока.